информатизация Севастопольской государственной системы здравоохранения в этом году обойдется бюджету в 34 миллиона рублей. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов. По его словам, из названной суммы только 300 тысяч рублей являются выделенными из бюджета средствами. Федеральное финансирование проходит в рамках проекта «Цифровой контур здравоохранения». Нусинов отметил, что в прошлом году для Севастополя было приобретено порядка 650 компьютеров для оснащения ими всех поликлиник города. В настоящее время в стационарах проходит внедрение и обучение техники на постах сестер и в кабинетах заведующих отделениями, отметил чиновник. Кроме закупки компьютеров, в планах департамента создание центра обработки данных, который будет взаимодействовать с органами власти и МЧС. Как отметил глава Депздрава, финансирование сопровождения техники должно также вестись на средства фонда обязательного медицинского страхования. Всего на информатизацию севастопольского здравоохранения до 2022 года планируется потратить более 180 миллионов рублей. Из них большую часть, почти 115 миллионов рублей, в 2020 году.